Я надеюсь, это как-то изменит вообще ситуацию на электронной сцене. Чем больше таких школ и больше профессионалов, тем у нас больше шансов, что люди в конце концов будут обращать внимание и на нормальную музыку тоже. Я мог бы рассказать и поделиться каким-то опытом. Очень специальные вещи, которые наверняка понадобятся тем, кто делает свою музыку, кто видит себя скорее как продюсера и музыканта, и скорее приходит на эту сцену не для того, чтобы играть чужие треки, а для того, чтобы оставить на ней какой-то след.